Здорово. Я колечко получил для телефона. Знаете, что самое интересное? Я как-то вот на кого подписан, на многих чуваков в Ютубе, я не видел, чтобы кто-то рекламировал вот эти вот кольца, которые, знаете, крепятся на телефон сзади. И для чего надо, чтобы он у вас не упал случайно, потому что когда телефон здоровый, он у вас может выпасть. А кольцо вот такое, оно оригинальное. Фирма вот такая, Brazzers, да? Как там правильно читается? Bazeus. У меня... это другая фирма. Это еще у вас не было на обзоре. Я еще видео не смонтировал. Сейчас покажу, что я хотел показать. Вот у меня здесь присоска вот такая. Там фирма, она вот... такая здесь написана. В общем, на обзоре будет, она мне очень понравилась. В отличие вот от этого говна, которое, возможно, кто-то уже видел. Я отодрать ее не могу. Так сильно приклеилась. Это говно, что отодрать не могу. Вот. Вот эта штука. Я ее налеплю на телефон. Похожу с месяцок. Потом вам расскажу, стоит ли ее покупать. Фишка ее в том, что... у нее, значит, она сама металлическая. Смотрите, как добротно все запечатанное. То есть, она... я даже не знаю, как ее отсюда вытащить. Нифига себе. Сейчас вытащим. Вот у меня на телефоне вот такая шайба здесь, да, приделана. Вот, вот такой фирмы. На лобовое стекло у меня держатель телефона. Он магнитный. То есть, я прилепляю и вообще никак не сорвется. Вот. Фишка вот этой в том, что она металлическая, и я ее прилепляю на телефон вместо вот этой. И она тоже должна держать телефон. Ну, конечно, не так же прочно, но она срываться не должна. У меня до этого... вот оно, колечко. Сейчас попробую достать. У меня до этого вот с того держателя, который был плохой, было приклеено вот это вот кольцо. Вот такого диаметра шайбы, да? Оно, видите, оно у нас даже поменьше диаметром. И телефон нормально, ну, Samsung Galaxy 4, вот с которой я ее снимаю, он нормально, в общем, переезжал и ни разу не упал. Вот я нашел, как открывается. А это прям кайфовое. Смотрите, тут даже запасной есть двусторонний скотч. Вот. Это кольцо, оно еще и поворачиваться должно. То есть, вот так открывается, еще вот так вот должно поворачиваться. То есть, смысл его какой? Прилепляете сюда, и вот когда берете телефон в руки, да, вы его взяли, кольцо вот так вот вставили, и ну, руку вставили в кольцо, и телефон держится хорошо, он у вас не выпадет. То есть, вы этим пальцем вниз даете, этот сюда, как бы друг на друга, он должен держаться у вас. Ну и тем более, вот сюда он не упадет. Я сейчас приделаю на телефон, потестирую его, вот. Ну, а потом, естественно, в каком-то из видео расскажу. Ну, а вы в комментариях напишите, кто-нибудь пользовался таким колечком, не пользовался. Ссылку на это кольцо я приложу. Оно вот такой вот упаковки, вот эта фирма. Стоит 270 рублей. На тот момент, когда я покупал, курс доллара, в отличие с рублем, было. Вот, на 180 градусов она крутится. Сейчас я продемонстрировать вам не могу, потому что надо приклеить. Получится не приклеить, потому что тоже ведь у меня уже приклеено. Сейчас на паузу нажму. Вот смотрите, я отклеил вот эту шайбу, она, видите, такая блестящая. Отклеил от телефона отсюда. Если вы все смотрите мои видео, то в одном из видео я показывал, как вот этот силиконовый чехол... ну, чтобы та шайба была здесь приклеена, чтобы он не слетал, да, здесь надо еще между этим силиконовым чехлом прилепить двусторонний скотч. Я его сейчас отклеил, он от крышки хорошо отошел. Ну, придется обратно его приклеить для того, чтобы нам использовать вот эту вот штуку. В общем, посмотрел, куда ее лепить. Но ее теоретически надо лепить на середину, чтобы у нас центр тяжести, когда прилеплен на лобовом стекле, чтобы он ну, не перевешивал вот так, да, вот, и придется тогда я туда большой палец надо будет пихать. Давайте посередине прилепим, я липкий слой уже отлепил, и посмотрим, как оно будет. Вот звук смотрел, что типа тяжеловато она на первых моментах ходит. Вот смотрите, как она ходит, в принципе, она все вращается. Не, легко вращается, нормально, вот она, видите, вращается. Отдираться она даже и не думает отдираться.
Она если дерется, то только выйдет с внутренними частями. Так, и вот так вот мы прилепили. Так, по ощущениям. Ну, по ощущениям, конечно, она потолще, чем вот эта шайба, да. Возможно, будет напрягать какое-то время. Но это надо походить. Я хочу походить, посмотреть. Так, допустим, вы взяли телефон, сюда палец ставили. Ну и вот пока что я не понимаю. Как-то вот надо понять, как его правильно держать, да? Допустим, если вот так держать, то тогда пальцем сюда не можешь достать. Если его держать на краю где-то, то... Ну, не знаю, как-то пока что неудобно. Похожу месяц, посмотрю. Сейчас я его приделаю вот сюда вот. На лобовое сюда посмотрю, как держится. Вы знаете, держится дерьмово. Хреново держится, вам скажу. Да. Мне даже как-то страшновато получается вот так вот кататься. Но он, я думаю, не упадет. В принципе, не упадет, даже вот это шатается. Видите, вот так вот она шатается. В принципе, должна держаться. Но, во всяком случае, если я буду сюда нажимать, то он упадет. Если вот надо будет что-то сильно нажать, он раз, упадет вниз. Вот. Короче говоря, ждите следующий выпуск по этой теме. Я его протестирую и уже в конечном итоге расскажу, что кого. Ну, а в этом видео была просто распаковка, чтобы вам показать, что такие вещи существуют. Ну, и хотелось бы от вас узнать, кто пользуется. Тема, не тема. Ну, типа вот, я вот, типа вот ради этого взял, чтобы вот так вот раз его держать, телефон. И тогда я могу пальцем достать. Так, сейчас разблокируем. Вот. И тогда я могу пальцем спокойно вот достать до туда. Ну, я понимаю, что здесь можно сделать вот маленький экран, да, на этом телефоне, если вам надо. Тем более, если я сделаю маленький экран, и здесь выберу диагональ 4,5 дюйма. Вот, тогда я смогу доставать более-менее это самое. Смогу доставать так. Вот, до любых, значит, значений, куда мне надо тыкать. Все, заболтался. Пошел тестировать. Ждите видосов. Пока.